Да. Сам, да. сам плохой включаем. Все, работаем. Куда нажимать? Я забыл. Друзья, Рунтик. Привет, чувча горячая, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы поиграем в игру под названием Stormvox. И как вы можете заметить, я сейчас лечу на один. Да, друзья, всем привет. Да, мне самолет пишет, что все очень плохо. Я тоже так думаю. А я сегодня в роли спасателя, я нахожусь в спасательной вышке и жду, когда Рунтик раздолбится, чтобы спасти его. Я уже раздолбался. Я тебя понял. Я видел, как ты падаешь. Я видел, все. Я, по-моему, недалеко вообще. Да, да, ты, по-моему, очень близко. Вызови меня. Ну, типа... Так, как мне тебя... А, подожди, я знаю, как мне тебя... А, нет, не знаю, вода! Закрываю. Так, а я не знаю, как мне тебя... Подожди, мне кажется, или ты упал прям ко мне? Практически. Подожди, мне вот просто интересно, потому что я прям у тебя упал в натуре. Здесь. Да, давай, короче, смотри, все, у тебя травма, у тебя сломаны ноги, я бегу, я увидел, как ты падаешь, я бегу тебя спасать, мне надо взять тебя, посадить на свою лодку и отвезти тебя в госпиталь, на другой остров, а? На другой остров? Да, ну, да, давай, да. Попробуем. И через этот шторм я буду тебя спасать, ядрить, колотить. Вот это, ядрить, ребята, спасибо. У нас получаются вещи. У меня здесь есть аптечка, у меня здесь есть огнетушитель, это воздух, нет, это огнетушитель. Я сейчас попробую здесь что-то потушить, хоть у меня... А у тебя там есть какая-нибудь это? У тебя же там есть эти, красная херня, флайер. У меня вода в салоне, какой флайер? Понял. Я не могу, блин, здесь выйти. Тут мою лодку развернуло к хренам собачьим от этого шторма. Да? А я у меня тут, это мои винты. Я тебя вижу! Нет, это не ты, это не спасение. Я тону. Нет, я не тону. Блин, у меня, кстати, не фонарик, у меня ничего нет почему-то. Рунтик и Турбо, короче, как хотели снять хороший видос, типа, да, с хорошей там РП-ситуацией, все такое. Ну, Рунтик, получается, интересно же. Раздолбался в самом прям начале. Нет, так а смотри, знаешь, в чем суть? Ты понял, что у тебя что-то из-за погоды, что-то с управлением, ты такой увидел спасательный этот остров с вышки, ты попытался ближе к нему как-то упасть, чтобы тебя было спасти, вот это все, понял, да? Да, именно так и было, друзья. Так, я сейчас попробую найти, может быть, у меня тут есть какие-то фонарики, чтобы так отключаю все пампы, чтобы у меня... Я тебя спасу, наверное. Так, вот у меня лайт. Ты еще не завелся, что ли? Нет. Так, где я включил. Тут... Так, стартер. Я отключил эти все. Блин, то, что с двигателем. Тут темно, ребята, тут темно, как в заднице. Я не понимаю, где свет включается. А я тут что-то лейтинг гер, и у меня что-то отваливается. Тихо. Турбо, спаси меня, тихо. Тихо, не кричи. Я пытаюсь разобраться. Я первый раз за этой лодкой. Понял. О, я хочу. Во, свет, все, я нашел, где свет включается. Отлично. Блин, у меня куча воды встает, я не могу. Я. Турбо! Не тони! Турбо! Да! Я все, я без воздуха. А ты не можешь выплыть? Я могу, я постараюсь. Но, похоже, я умираю. Турбо. Да подожди! Турбо. Я выплываю! Воздух очень мало! Я пытаюсь развернуться! Я выплываю, все! Есть! Я выплыл! Так, а я все включу? Давай, заводись, падла! Я случайно, короче, открыл дверь. Ты живой? Да, я живой. Живи. У меня воздуха писечка оставалась. Я что-то не включил, что ли, или что? Я не понимаю. Engine starter. Спасти уже, а? Сейчас здесь спасу. Очень холодно. Engine throttle. Я вижу твои фонарики, но я не вижу тебя. Я тону? Нет, не так тону. Я слышу звук. У меня лодка... Она просто тут немножко так неровно стоит, понимаешь? Из-за вот этого, из-за того, что у нас тут это самое. Не знаешь, мне как-то в холодной воде вообще пофигу, как что у тебя там стоит, даже в трусах. Понял. А уж тем более на лодку. Я слышал, что кто-то посмеялся. Это я был, нет? Да, просто такое ощущение, как будто кто-то в игре посмеялся. Может быть и в игре. По-моему, я один, не один летел, да? Так, я тебе сейчас тут пытаюсь... Так, ладно, я понял. Мне надо, короче, перезаспавнить эту лодку, потому что она стоит криво, и она не хочет плыть, понимаешь? Понимаешь? Ты понимаешь это? Да, понимаю, у меня есть идея. Как темно. Доплыть до самолета, достать, короче, этот лайт-фонарик, который стреляет вверх. И так, стрельнуть так, вверх. Спокойно. Можешь, если сможешь, если не утонешь. Все, я уже лечу, я уже плыву, я уже готов почти. Я уже чуть так, не все, утонул. Бридж лайт отлично. Engine full, engine starter. Так, все, я поплыл, я попробую. Давай. Давай, по-быстрому. Заводи. Мне холодно становится. Так, воздуха пока нормально. Так, а где они, эти штуки? Ну что ты не плывешь-то? Вот он, все, взял. Я плыву наверх, воздуха мало, турбо, воздуха мало. Я понимаю. Все, есть. Я стреляю. Ты видишь? Я стрелял вверх, вон он. Да, я вижу. Ну, понимаешь, моя лодка, она не хочет идти, она не хочет плыть. Да возьми другую. У нее все включено, она, звук есть, понимаешь? Но она не хочет. Я тону. Нет, все, не тону. А, у меня нейтралка стояла, я понял, у меня нейтралка стояла, все, я плыву. Забыл с нейтралки снять, пацаны.
Сакелись, тебя вообще, конечно, ну, знаешь ли, не на каждой лодке, на которой я работал, есть нейтралка. Все, я плыву, друзья, я наконец-то разобрался. Я первый день. Здесь очень большие волны, я под воду, хотя волны вообще не здоровые, на самом деле. Блин, фига ты подсветил, конечно. Да, тебе нужен еще один фонарик, я могу еще Не-не-не, все вижу. А, я больше не могу пустить, тем более, все, как выкинуть? Как выкинуть-то? Не знаю. Так, ты где-то тут же, да? Ты же где-то тут же? Да, вот я вижу твой самолет. Я вижу фонарик. Фонариком свечу. Каким фонариком? Туда-сюда, включаю-выключаю. Я подплыл, короче, к самолету. Вот, нет, вот я. Вот прямо по курсу у тебя, за бортом. А, во, вижу. Так, торможу. Я не залезу. Все, сейчас спасу. Так, что мне надо, что мне надо? Бинокль. Фонарик возьму. Так, что мне еще нужно для спасания, для спасения? Воздух возьми и этот, акваланг возьми. Блин, ни хрена себе ты далеко. А! Подожди! У тебя! Все нормально! Боже мой! Все нормально, тихо! Сдаем назад. Он хочет, чтобы этот корабль умеет назад плавать. Ну слушай, понимаешь, на таких волнах я бы на тебя посмотрел, как ты спасать меня будешь. Я бы на себя посмотрел, как ты меня спасать будешь. Тихо. Ой-ой-ой. Так, ты подплыл, да? Я сейчас задохнусь, да. Так, все. Ставлю нейтралку. Нейтралочка. Все, я бегу, я плыву, я. Блин, все нормально. Живи, дыши. Ты не сдохнешь. Дыши. Так. Отлично. Бульк! А я могу тебя взять? Давай, подцеплим. Не знаю. Ну, давай, пытайся меня взять. Ну, типа я тебя взял, давай, все, у нас РП пошла давай. Ситуация. Давай, я тебя несу на лодку. Так, несешь. Давай. Там где-то сбоку надо залезть. А хотя, может быть, и здесь можно. Мы с тобой вместе, да? Блин, понятно, как ты меня да, взял. Можно тут тоже. Давай. Ну я тебя типа такой, оп, поднимаю. Давай. Руку, дай мне. Ну, вот, я тебе даю руку, вот она. Моя длинная рука, видишь, торчит из штанов. Я очень далеко. Ну, я понимаю, давай. Оп. Давай. Да. Давай! Ты сможешь! Я не могу! Подпрыгни! Нога! Мне руки жопы просто растут. Отлично, есть. Отлично, все, давай, я тебя несу внутрь. Так, давай. Сюда. Сам светок. О, ты можешь, кстати, вот сюда лишь полечиться. Да, и. Так, отлично, я сейчас лягу, полечу, все. Так, а я тебя везу в госпиталь. Тепло, давай. Так, друзья, а где у нас госпиталь? У тебя есть акваланги? Хрен его знает. Попробовать, короче, в этот, как его, в самолет посмотреть, не остался ли там кто-нибудь. Там думаешь, кто-то должен быть? Но там уже никого не должно быть. Я понял. Акваланги, я не знаю, есть у меня акваланги. Я первый день, это первая смена, и тут такое. Все, понял. Я полечился, короче, нога у меня зажила. Так, давай сейчас. Акваланги. Я нашел, кстати, акваланги, тут даже их два. Даже три. Да? Ну-ка, подожди-ка. Можем вместе сплавать здесь хочешь. Давай. Ой, ребята, вот это, конечно, блин, РП. Вон тут, вот этот. А, вижу. А, да тут даже их много, да? Все, да, погнали. Так, а, вот тут. Не, сюда. Понял. А если бы мы там вышли, что было бы? А я не знаю. Ну, выход тут. А его вообще возможно спасти этот самолет, интересно? Да вряд ли. Капец, конечно, что этот. Что? Ну, блин, как это, шторм жесткий просто. Ну, так-то да, по факту. Акулы плавают. Фонарик здесь вообще не светит. Да, под водой что-то фонарик. Мне кажется, там уже бесполезно туда плыть, мы сейчас очень далеко только плывем. Ну ладно, да, согласен. Поплыли куда-нибудь. Так. Спасать меня. Что такое? Чего не могу выплыть? Ты под водой? Да, это волны называются. Капец, волны, блин, охренеть. Там еще, я не понимаю, там либо акулы плавают, либо рыбёхи какие-то нормальные. Не, это просто рыбёхи, просто рыбёхи. Тону! Я тоже! Что за хрень? Ни хрена себе волны. Да это волны. Слушай, я даже не буду снимать этот костюм, наверное. Хотя нет, надо снять, мне неудобно. Да, надо снять. Все, есть, я забрался. Фу. Да. Ну это просто был мой долг, как капитана самолета, проверить, есть там кто-нибудь. Проверил. Даже со самолетом. Мы же ни хера не проверили. Так, а я почему снять не могу? Надо на него, наверное, да. Надо просто на него, да. Так, все, я опять со сломанной ногой, короче, пошел лежать, лечиться, а ты вези меня в госпиталь. Да, я ее опять сломал. Так, друзья, все. А куда? Где? Ладно, разберемся. Просто плыви. Власть. Отлично. Мы не врежемся? Нет. Точно? Ну, надеюсь. Я аккуратненько. Потихонечку, помолиться, все. О! Полный газ, капитан банальный. Спасает людей. Извините, я просто сейчас... У меня что-то камера вообще что-то начала туда-сюда крутиться. Так, подожди. Почему я не могу налево плыть? Нормально, плывем. Почему? Ты оттуда! Я повернуть не могу. Мы сейчас режемся. Я повернуть не могу! Мы все! Чё за бред? Почему он не поворачивает? Стой! Всё, какой-нибудь автопи... Скидывай, папа. Припарковал спокойно. Я знаю, что надо делать.
Да? Мне кажется, мы все. У тебя шлюпка есть спасательная? Это и есть спасательная шлюпка. Так, нормально, нормально, нормально. Я сдаю назад, сейчас все будет хорошо. Я просто не понимаю, почему она решила не поворачивать налево. А, может быть, я сломал себе поворот налево, кстати. Какой может быть? Каким образом? Когда? Ну помнишь, когда я врезался? Блин, мы сейчас опять врежемся. Нормально. Тихо, тихо. Все, смотри, газ, полный газ. Понял. Я же тебе говорю, я на этом собаку съел. Ты просто доставь меня до куда-нибудь уже. Все, летим. Не, слушайте, теперь я могу поворачивать, кстати. А ты уверен, что тут есть вообще спасательная будущая? Кто? Ну, типа, что тут есть. Ну, я не знаю, там спереди какие-то острова, попробуем. Доплывем. Я тебя на острове на какой-нибудь высажу, да и все. Понял. Я не... У меня реально, у меня повороты не работают. То есть, я не может понимаю. Может быть, это за волн? Может быть. Потому что я смотри, видишь, я еду сейчас только в сторону влево могу поворачивать, а вправо, вправо я не могу поворачивать. Да, это вроде не мог поворачивать направо, налево. Да, я не знаю, как это работает. О, а там, смотри, там слева опять что-то плавает. А, да. Так, подожди, все, короче, я вроде как более-менее подлечился. Да, там что-то плавает. Что нужна медицинская помощь, так, я, короче, так. Хочу посмотреть, что это такое. Да я не туда плыву, я пытаюсь направо повернуть. А, ну это, похоже, опять какая-то баржа. Друзья, кстати, направо не поворачивает мое судно замечательное. Ну мы, кстати, таки быстро плывем на самом деле. Да, но только видишь, мне надо... О, вроде поворачиваю, кстати. Я так понял, на полной скорости не могу поворачивать, все. Разобрались. Понял. Справа, видишь, отлично. У нас какие-то острова, возможно, там будут какие-нибудь замечательные вещи, из которых тебя смогут спасти. А может быть и нет. Ты дышишь, живешь, нормально все? Да, да, я вот тут немножечко подстал, короче, нога вроде как более-менее уже нормально. Ой. Вот, но мне еще, конечно, нужна медицинская помощь. Блин, нифига, у тебя тут да, проекция на лобовое стекло, блин, прям сделано, да. Ничего не показывает, правда, ну ладно. Нифига себе. Все, летим. Блин, ну чисто я как это, реально спасатель, у меня мигалочка, у меня все здесь есть, кофе можешь налить. Единственное, что у тебя есть спасательская, вот, по-моему, мигалочка. Мигалочка. Так, а спереди, что такое, это остров, это горы или что? Это, по-моему, цунами. Это, по-моему, что? Товарищ капитан, вы уверены, что мы выживем? Я ни в чем не уверен! Делать. Разворот! Да. Полный разворот! Сажусь на место! Не, ладно. Ладно, разворот не получается, поэтому полный вперед. Давай, сквозь цунами прям. А двери закрыты же у нас. Да, да. А! Мои уши! Да, 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 я слышу. Живем, живем, девочки! Понимаю, пацаны. Нет, мы. Все, мы выжили. Ну нормально, я тебе говорю, мое судно одно самое лучшее в штате, в городе, на планете. Что-то я не вижу, конечно, куда мы здесь можем приплыть. Да, я тоже не вижу. Давайте мне уже просто на остров выплыть. Да, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Там сам ты дойдешь. Я там вызвал, на самом деле, прием, то я вам сейчас привезу здесь пассажира. И вы его должны будете отвезти куда-нибудь и полечить. Правильно? Правильно. По-моему, самое спасательское в этой серии — это мигалки у тебя. Вот, на да. Крыше. Ну слушай, ну я же тебя спас. Мы едем, класс. плывем, идем. Смотри, кстати, какое маленькое дно у нас под нами, короче, вообще обычно нет. Сейчас я припаркуюсь, как меня учили в школе спасателей. Да? Да. Ты готов? Я уже сел, уже постегнулся, все, давай, жду. Ты уверен, что тебя этому учили? Вот это парковка. Ну нормально. Все, спасибо, капитан, да. Смотри, нормально. Смотри, оп, заехал. Твою мать! Выходите. Я встал уже. Меня все, здесь шатает. Все, приехали. С вас 500 рублей, кстати. Нет. С вас лайк, подписка на наш канальчик, согласен. Друзья. Я считаю, что спасение... Посмотри, какой вид. Да, луна, да. Это вид, месяц. Вид офигенный, просто руль. Еще знаешь, что надо, короче, сделать сейчас как-нибудь? Блин, красиво. Ой, луна улетела. Сюда. Нет, я думал, что типа, ну, подсветить как-нибудь. В общем, мне кажется, что спасение, конечно, получилось не самое удачное, но, блин, интересно. Да. Было прикольно, было смешно, было весело. Было весело. Да, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш каналчик. Вам всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.